Друзья, всем привет! Впервые попали на мой канал, зовут меня Влад. Я путешествую, ловлю рыбу. Пытаюсь выставить видео рыбалки раз в неделю, раз в две недели. Сегодня у нас конец сентября, а это значит, пора ехать за лососем, друзья. Стартанул он рановато, в начале сентября, конец августа. И так очень активно было пару недель, я бы сказал неделю, а потом притормозило. Главная причина — дождя нету, низкая вода и очень тепло, очень тепло. Вот мы решили поехать среди недели. Во-первых, людей не будет так много, но во-вторых, обещают дожди. Вроде бы вчера был дождь, сегодня. Это дает хороший шанс, потому что рыба стоит в озере, в принципе, готова заходить в реку. Так что мы попытаем счастья. Надеюсь, у нас получится. Едем мы небольшой компанией, троем. Так что не переключайтесь, друзья. Думаю, у нас будет интереснейшая рыбалка. Так что... Куда все загружать, дядя? Я сюда. Я вот просто здесь угол освобожу, чтобы был свободный для... Ладно, я тогда... Борода, а где у тебя тут парковаться хоть? А, окей. Давай. Мы будем брать вообще, в бочке будем варить эту. Да, вашу, да, вашу, да. Вашу. Да, да, бери. Так быстрее уху сварим, то все. Как всегда. А то на плите, ты ж знаешь. Так, и удочки. Берем три нахлыстовых. Юра попросил, хочет попробовать. Я ему взял одну экстра. И у меня одна запасная, одна основная. Сара, как дела? Собака. А иди сюда. Гулять? Что ты? Пузо? Давай пузо свое. Почешем пузо. Пузо. Халёся, собака. С нами на рыбалку поедешь? Не. Запасы какие? Вот 45. Так подожди, М16 у тебя или что? Да. Вот или ты не подержал. Вот ты хоть по 45. Ты по белкам стреляешь? 45. Глаг. Блин. Женя, блядь, тебе что, нету холдеров каких? Да они под большое. 45-й сразу так хуяк, блядь, большого пальца нет. Вот тут что у нас? Это ЗИГ. Ладно, не надо передергивать. Мы держим. На, подержи. А, вот этот вот самый это удобный. Это который для носки с собой. Вот, удобный можно. Такой. Ну фит. Так на Аляске медведя. Нет, не, ну это вот специально на медведя тот. 45. Да, 45. А это девяточка. Сейчас уже не вытаскивай то, которое, как у тебя, вот это, 9 миллиметров. Или ты его отдал? Нет, здесь. И еще мелкокалиберный. Это один. Тоже классный. Обедовый. Сколько у тебя стволов уже? Три. Три. Стволы считаются вообще. Ладно. У нас военные. Вот у нас есть. Киллеров. Сейчас сделано, блядь, это. Ну, маузер есть у тебя, или? Почти. Смотри, пошли как шмайстер.
Можно, ее даже разрешается носить. Смотрите, как она с собой, если хочешь. Чем, косточками? Если стрелять? Хочешь. 9 миллиметров. 30 патронов. 9 миллиметров. Ну, это одиночный, это как пистолет, это пистолет с прикладом. Not bad. Not bad. И еще. Спортивный у меня еще есть. Марк 8. Вот это такой вообще по 4 цента стреляет пульку. Ну, мы как говорили. Ну, это знаешь, когда ты идешь для 45-м. А, я понял. Немножко 45. Тоже удобный, такой тяжелый вообще, да? Ага. А, ну спортивный, да. Ну, назовем, да, спортивный. Да, нормально. Спортивные, они вообще другие, а это такие. Вот это вот каждая херня. Сейчас идем. Поехали. Каждая херня $30 пустая. А Женя купил. А я купил вот это все, это за 350, думаю, все. Оба. Все. Куда мы идем? Сейчас на акуле только зашел. Собака, как дела? Ты тоже хочешь на рыбалку? Он хочет, Сара на охоту. Сара уже тоже прыгала. Она, наверное, собаки, вы все хотите на рыбалку. Сара хочет на охоту. На какую-то амбару. Ладно. То ли это... Так, ладно, ребята. Загружаем Евгения. И двигаем. Ничего. Так спросил. Так спросил. Все. Мы good. Двинули. Все, друзья, приехали. Нам надо лицензия быстренько. Hello. Hey, how you doing? Hey, guys. Yeah, fishing license, yeah. Mm-hmm. And then just cash only. Cash only? Yep. And how many days do you need? For a whole year. The season? Mm-hmm. Perfect. And then you said the whole year. Mm-hmm. So that's 50. Oh, yeah. Can you scoop me a 50 while you're in there? Чтобы у них кто кинул по меня хуяри, на что пиздец, не знаю, ты увидишь или нет. Не, бро, я не вижу ни хера. Пусть не. А можешь с фотографии увеличить? Ну, блядь. So what's going on in the river? Well, it's raining out, so that's really, really good. That's a good news, yeah? Yeah. So hopefully tomorrow it's going to be even better. But, yeah. We've had like kind of low water, it's been pretty warm, but this past like 3 or 4 days we've been getting rain and it's been cooling off. So that's gonna bring more fish in. Where should I? Right there. Right here. How long are you guys here till? 3 days. 3 days? Until Friday. Yeah? I think, yeah, it should be. Should be good round. I mean, if you guys are out there, you'll get something. And hopefully it's gonna pick up a lot in the next couple days. All with all this rain. Mm-hmm. Друзья, надеюсь, тут видно нас. Первый день, утро. Ждем открытия офиса. Нам нужно взять пропуски. Если получится, если будут, потому что я смотрю, народу прилично. Погода дрянь. Нас это не пугает. В принципе, дождь. Главное, чтобы рыба была. Так что сейчас подождем 15 минут, сейчас 6:30. Пойдем посмотрим, если нам повезет. Так, друзья, уже тут народ ждет. Драматический рассвет. Дождик немножко прекратился, но, судя по небу, может лить в любой момент. И вот столько людей только в одном месте, друзья. Весь паркинг забит. И это платное место. И сегодня... Что сегодня? Среда? Ну и среда, и все равно полный. Сезон. Не, потому что пару недель же не было так сильно, знаешь. Была... Рыба не шла.
Не знаю, пошла сейчас, не пошла. То, что в устье мы не видели прыжков, ничего, но там ветер. Друзья, нам повезло. Всего лишь 4 было свободных билетика. И нам они достались. Потому что Юра приехал в 5 утра. И был первый. Будем ловить, друзья. Супер. Мы бы и так ловили, но надо было идти на места, где народу. Тут и так будет народу прилично. Это новые правила. Сейчас ты не можешь стоять ближе, чем на расстоянии удочки с другим человеком. Как бы раньше можно было где-то так. Ну, посмотрим, договоримся. Ладно, поедем немножко позавтракаем, оденемся и будем на реке. Друзья, как и говорил, среда. Запарковаться негде. А это общественный паркинг. Заехали вот тут. Какой-то не паркинг, запарковались. Что на паркинге нету места. Ну что, Юрий, готов? Готовы мы. Народ, двинем. Люди уже уходят. Ты понял? Бесплатненько. Сука, мы как мухоморы, блядь, без конца. И даже рыбы ни у кого нету, видишь? Я думаю, сегодня будет tough day. Ну, что-то прыгнуло, блин. Вот, у кого-то есть, да? Старый. Да, пока я не вижу. Вижу, пару рыб прыгнуло. Что не есть гуд, не есть гуд. Так, друзья, пришли, тут уже народ ловит. Но рыбы, я так вижу, ни у кого нету. Good morning. How are you? Any fish? What's that? Any fish in the morning? No? It was good for about 45 minutes. Then it just... I hooked up like 6 times, caught 2. I kept a coho and I caught a king and I let the king go, but... Got it. Kind of just went dead. I mean, these guys to my right had a couple hookups, that was it. That's it, yeah. It's really, really slow. Slow, yeah. It sucks. Hopefully the rain will push the fish to the river. Yeah, it would be nice, but it's going to be a day or two until they get this. I know, yeah. And the thing is, down low is not bad, you know, catching them, but there's so many fucking people. So many people, yeah. You know, it's crazy. All right, good luck. Yeah, you too. Yeah. Борода. Они взяли с утра, вот ночную. Надо нам завтра точно так же. Ну, 45 минут был, ну, ночная была, а потом все. Заброс, ребята, попробуем.
Есть рыба у ребят. Борода есть, да? Я порвался, друзья. Молодцы, молодцы. Словили рядом с нами. Да, где всегда. Небольшой коха, по-моему. Или стилхед? Не знаю. Ладно, Светун, давай. Стилхед, да? Не, был. Сейчас вроде нет, но завтра целый день будет. Вот. Вдвоем. Давай. Коха. Коха. Да, давай. Угу. И вон пошла тоже рыба. Смотри, прыгает. Пошли, может, начинается потихоньку. Так. Ну ладно. Раз. У кого-то есть, у нас должно быть тоже, по идее. Борода, а ну можешь немножко сквизнуться? Друзья, пока рыбы нету, стоим, пытаемся по очереди ловить. Вот я видел, две достали, одно коху, silver, ну и кинга ребята взяли. Все, не знаю, что будет дальше. Надеюсь, подойдет. Ладно. Включусь попозже. Плывет, друзья. Подуставший уже. Ничего нету. Ничего. Вот, ребята, то, что утром сюда в яму зашло за ночь. Утром вытащили. А свежая рыба не подходит. Я не вижу нигде, чтобы было. Но там неплохое место, там после них сразу порог такой, рыба порог проходит и отдыхает, небольшая ямка там, но они не берут тоже, ни у кого нет. Друзья, пойду чуть-чуть дальше, посмотрю, что, ну вот интересно уже, сколько икры, видите, метает. Так, никогда я там не ловил, не ходил, но здесь нету смысла. Я не вижу, чтобы рыба и шла. Какая-то свежая подходила. Тут вот дальше стояли, ловили ребята, но все ушли. То есть... Блядь. Должна пойти, должна, блин. Мы тут 3 дня до пятницы. Но надеюсь, что-то пойдет. Пока пройду на разведку. Ниже по реке, может, там будет поактивней. Еще никогда тут не ловил.
Окей, друзья, оборвался, но тут при мне парень сейчас взял, а вон он стоит и борется до сих пор, мужичок. Тут есть рыба, тут есть рыба. Я поставил меньше грузик, потому что он тут не так глубоко. Поставил другую муху. Будем пробовать. Я вижу, тут и прыгает, и тут есть тишонок. Опять напротив парень хапанул. Ну, то есть, чем ниже, чем ближе к озеру, тем больше рыбы, ребята. Может, завтра я здесь и сюда и приду. Апдейт, друзья, рыба прыгает как сумасшедшая, но нету у меня фишонов. Почему-то парень вон напротив уже четвертую, может, она ближе к тому берегу прет, там канал поглубже, может быть. Я добрасываю туда, сейчас, блин, 3-4 вот таких выпрыгивало. Хороших кинга приличного размера, ребята. Тихон, ребята. Файнал. По-моему, кофа и небольшой. Это ребята, оп, и отпустила. Вот такой боец, ребята, небольшой, но боец. Отпустим его. Ох. Я не знаю, это кинг, по-моему, но маленький какой-то такой. Ох. Кул, друзья. Ну, ушли от нуля. Ушли от нуля. Что есть гуд, что есть гуд. Да, тяжелая рыбалка, друзья, тяжелая. Вернулся я с Юрой сюда. И тут тоже рыбы нету. Обратно. Вот есть такой вот экземпляр, старенький. Ладно, перекусим немножко. Думаю, завтра должно быть намного получше, но это я так надеюсь. Но проблема — дождь, друзья, будет целый день валить как из ведра.
Вот так, ладно. Сейчас перекусим чего-нибудь. Что у нас тут есть? Рыбы не словили, но икра есть. Не, промоем еще один разок и будем уже делать, солить. Ладно. У нас еще пару дней, дождь идет. Хорошо, промоем. Ладно, да, начнем. Борода. Помой. Поставь на бок. Не, ну посади. Ну переверни ее на бок, блин, дурень. Какую-то мочалку. Так это снизу, блядь. И мочалки командир. Проведи пальцем, блядь, снизу, блядь. Проведи, блядь. Ну вот чистая, блядь. Это снизу, блядь. Это снизу грязь, блядь. И мочалки командир. Чего она сверху? Давай, мочалка, блядь. Это снизу. Забросить, да? Полторы забросить. Полторы? Сейчас ну ладно, давай. Полторы. Тузлук идет. Вторая часть. Нормально. Видно, такая щель, блядь, оказывается, на шуме. Все, полторы. Давай, Юрчик. Картошку ставишь? А вот эти вот два контейнера. Я бы хотел два, если бы ты принес, по мой второй. Да не, зачем два? Ну, одна и та же икра, задумайся, мы ложим в один мешок. Нет, или в ты, два мешка? Следующая пойдет в другой мешок. Все. Давай. Подожди, я сейчас буду сыпать. Вот этой херней сыпь и все. А? Ну так быстрее, давай. Чего ты? Она там слиплась, грязь. Блядь, так. Держи. Я иду, держу половину. Еще, еще. Хватит. Хватит. Да не, не хватит. Еще чуть-чуть, давай сюда. Раскрой. Подожди. Давай. А вот, вот. Все. Может, без краски так вот легкие не красились. Давай вторую. Открывай. Ты засек время? Нет еще, сейчас вместе засекаем. Давай, мы же в одну ложим. Уже засекаем, плюс-минус, оно будет одинаково. Плюс-минус. Откуда у тебя математические эти наклонности? Давай. Что высыпать? И рукой про это. Yes. АПХСС. Да. Отлично. Все, так, ребята, все. Тузлук прошел. Борода. Да. Цепляй. Держи. Не, ну вот же есть уже. Да ты что ты? Вот? Как ты привяжешь там, блядь? Давай. Сначала хочу привязать, блядь. Нет, так повесь, а тогда привяжем. Вот, держи крючок. Одной рукой. Другой. Сука, муха. Другой это. Другой это, хорошо. Я не пойму, что ты хочешь сделать. Завязать, да, давай. Завязывай. Дурило.
Что-то так уксусом воняет. Это что, весь уксус, который у нас был, туда вхерач? Нет. Давай туда. Сразу. Подальше, подальше. Нет, еще все, давай. Я повесил. Второй давай. Сейчас внизу. Второй мешочек уходит. Тут даже больше получается. Давай. Где? Потому что тут слишком. Тут больше, кстати. Женя, ставь сюда. Да. Давай. Так. Что мы делаем? Да. Вешаем. Завязываю. Держишь? Держи. Тут сейчас я держу так. Так. Теперь ты держишь вверх, эту мешок немножко приподнимаешь. Давай. Я держу, держу, держу. Давай, завязывай. Теперь завязываем, правда, развязывать. Сука, будет хуево, но придется развязывать. Все? Висит? Висит. Все, давай. Только поставь, чтобы... Ну все, все, все нормально. Красавчик. 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 Вода, вода. Вода, пана. Приблизительно одинаково, там чуть больше. Друзья, погода не порадовала нас сегодня. Не пошли мы на рыбалку, потому что был ливень просто, стена. Но у нас есть икра, вот мы сейчас попробуем сделать икры еще. Сейчас, которая готовая, разложим. И не знаю, или пойдем вечерком на рыбалку, если сможем. Посмотрим по погоде. Потому что сейчас вроде притормозило, но может быть будет, обещают, тоже серьезный ливень. Ну а вообще-то пойдем завтра. Наверное, с утра еще на пару часов выскочим. Потому что я думаю, что дождь должен был пушнуть рыбу в речку. Не знаю, очень низкая вода, очень низкая. Поэтому рыба стоит, мы даже не видим, чтобы она здесь прыгала. Это, кстати, устье реки, Salmon River. Нету рыбы, даже не видно движения никакого. Ну, вот там вот я вижу. Первый раз я, кстати, за целые два дня я увидел, прыгнула рыба. Вот так. Пойдем. Мы, кстати, пару новых мест там нашли. Ниже в устье реки есть рыба, которая чуть-чуть заходит, да? Ну, а сейчас мы разложим и корочку, ребята. И переключайтесь. Вот так вот выглядит, ребята, икра, которая высохла хорошо за сутки. Отстоялась. Попробуем. Класс. Евгений продолжает чистить другую партию. Давай, а что ты хочешь? Полей сюда шлангом, чуть-чуть на низ ведра, легонько. Так, ребята, вот она, красавица. Yes. Раскладываем, борода. Начинаем раскладывать. Дождь пошел, друзья. Холодильник. Холодильник. А, мои ботинки, кстати. Уже.